сопротивлением. Степ, степ, герой сегодня тоже. Победный мяч, ворота Кристалла. Ян Пилецкий, красиво, здорово, дальше отдай, ворота пустые, гол! Гол имени Яна Пилецкого. По моим подсчетам, только по моим, если не ошибаюсь, это уже вторая результативная передача Яна Пилецкого. Практически на пустые ворота, и как он обыграл вот здесь. Но даже раньше обыграл Андрея Андреева, а потом и от бабушки ушел, и от дедушки. И Макаревича обманул. Николай Крышанов, 5-4. На его счету 2 гола.